Всем привет. Морда опухша. Не, не пила. Не обмывала. Честное слово. Всем спасибо за поздравление. За радость. Мою мечту. Что делаю? Варю кашу Мартюше. Сейчас вон сфоткала данные здесь. Поеду платить за газ, за свет, за мусор. Вот. У меня в определенный день я себе установила, и мне так, кстати, легче живется. Прям вот в определенный день одного и того же числа я каждый раз езжу платить за коммунальные услуги. Сейчас скажете, можно через этот, через Сбербанк онлайн. Нет, мне лучше вот прям в контору приехать, заплатить, и я спокойна. Вот. Дел пока с домом особо никаких нет, потому что, с землей, потому что жду документы. Какие? Ну, не какие, точнее, а, на собственность, на эту, на землю, да? Ну, и потом буду дальше все шуршать, делать. Пишут: а вы знаете, сколько денег теперь надо на строительство дома? Мои хорошки, вы что думаете, я из подземелья вылезла и не понимаю, сколько нужно денег на строительство? Я все это прекрасно понимаю. Поэтому, не стоит таких комментариев писать. Я не маленький ребенок, мне не 18 лет. На что я пошла, я прекрасно тоже понимаю. И девчатам, кто написал, что там Москва не сразу строилась, все сделаешь. То есть там потихоньку сделаешь. Всячески за меня рады. Вот. Быстро строит тот, у кого миллионы лежат в кармане, тот строит быстро. По поводу того, что возраст и все такое, да? Многие там пишут: ой, уже Люба возраст, а ты стройку затеяла. Там познакомилась с соседкой. Они уже там живут с мужем 3 года. Дом они начали строить вдвоем. У них строительное там это образование, то есть они что-то в этом понимают. Я, конечно, в этом ничего не понимаю. В строительстве я ложить эти кирпичи или что там, да, не смогу. Вот. Факт в том, что люди в 69 лет, продав один участок с домиком, у них был небольшой, не в очень тихом месте, купили здесь в очень тихом месте. И за лето они поставили вдвоем дом под крышу. У них были деньги. Вот. Я к чему говорю, да, что люди в 69 лет этого не испугались. И когда я ей тоже, такие слова сказала, ваши, многих, что возраст, еще ж, она: Люба, никого не слушай, делай, стройся. В твоем возрасте жизнь только началась. Когда выросли дети, когда, в принципе, да, вот такие... какие-то вот заботы маленьких детей, которые тебя держат, там, садики, мадики, болезни ихние, еще там что-то, да, у меня уже этого нет. Дочка уже тоже взрослая, поэтому еще написали, типа, стройка, надеюсь, не на 10 лет затянется, чтобы, успеть посмотреть тебя счастливую. Девочки, 10 лет, мальчики, я тоже строиться не хочу. И быстро это не планирую. Вот сразу вам так скажу, да. У меня там растет клубничка. Какая-то там ремонтантная, или как она там. Куст малины, который, кстати, надо выкопать оттуда, где он растет, и пересадить в другое место, иначе он там заполонит весь участок малина. Потому что сидит прям посередине. Что еще у меня там? Лук растет посередине клубнички. Вот надо будет как-то съездить, прополоть клубничку, окучить ее. Вот.
Ну, то есть, чтобы поесть своей клубники. Девчонки, я 1000 лет не ела. Последний раз ела вкусную клубнику, когда я была маленькая. Ну, еще в девчонках, да, у родителей в огороде. Вот. Все остальное время я ее даже, ну, и не пыталась никогда покупать. Сколько раз покупала, она всегда была кислятиной, всегда была невкусная. Вот. Поэтому я надеюсь, что я хоть пару своих клубничек, уже своих, я съем. Если, конечно, там не затоптают ее, когда будут сейчас вывозить вагончик. Но я сейчас, кстати, напишу, ну, бывшей хозяйке, скажем так, да, данного участка, так, кашу выключила, чтобы они там поаккуратнее с другой стороны заезжали и эти грядки не затоптали. А еще, думаю, в одном уголочке, у меня уже в планах-то есть, как оно, что все будет стоять, и есть углы, которые свободны и будут даже при строительстве не затронуты. Вот. Сделаю 2 грядочки. У меня там целый КАМАЗ земли. Хороший чернозема или как-то там он сказал. Вот. Сделаю пару грядочек. Еще успеваю посадить пару кустиков огурчиков. 1 кустик кабачочка. Что еще я придумала? А, и 4 картошки у меня лежит вон там, в тумбочке, они проросли, я их тоже посажу. Вот. Приехала туда поработать, выкопала кустик картошки, пожарила ее на костре. А чё, нет-то? По поводу воды написали, то, что колодец у соседей, ну, у меня стоит то, что соседи, может, канализацию тоже из колодца сделали. Эти сточные воды будут все уходить к тебе в колодец. И т.д. и т.п. и 3-е и 10-е. Посмотри, вот это в личке мне девочки написали. Ссылку дали на ТикТок. Девчат, ТикТок мне не присылайте. И вообще не присылайте мне никакие рекомендации по поводу строительства. На этот счет у меня свои мысли, свои видения. И, ну, читать вас, конечно, я буду, никуда не денусь, да, ну. На данном этапе мне никакие советы совершенно не нужны. Мне надо узнать, где брать разрешение на строительство, все это найти, получить все эти нужные документы. Вот, съездить, переделать договор на свет, который на себя. Ну, в общем, пока вот такая волокита, ну, вот со всеми вот этими делами. Вызвать человека, который замеряет, ну, колышки поставить правильно. Где начинается мой участок, где заканчивается мой участок. Ну, то есть, вот такие пока движения, да. А еще девчата написали, в твоем распорядке на лето теперь еще нужны дни и для, ну, для участка. Девочки, вы думаете, я не найду дни для участка? Ну, вот для моих теперь разработок с малышами времени у меня, конечно, будет гораздо меньше. Ну, на это есть ночь. Летом я много спать не могу, как и многие, наверное, да. Ложусь очень поздно, поэтому пару часов в ламинаре поработать. Мне мои полотенца красивые, так и висят. Мне хватит. Вечером села. Уставшая буду, да, не спорю. Я уже в лес ездила, набрала мох. Ну, кто у меня есть ВКонтакте, они это видели. Ну, в общем, вот такие планы. Спрашивали еще, далеко это от дома или нет. Нет, девочки, на машине это недалеко. Вот. Ну, как-то так. Недалеко. Ну, здесь вообще, вот я вам так скажу, да, вот именно я искала так, чтобы это было в Собинском районе. Это в Собинском районе, вот скажу вам так. То есть это все мне будет как бы знакомо. Единственное, сказали, что там вот этот, ну, кто столбы устанавливает, вот этот свет, где договор переделывать, это где-то в соседнем городе эта контора находится, в Лакинске. Ну, я сейчас за свет пойду платить, вот за квартиры. И все узнаю сразу, где этот адрес находится, чтобы потом только ехать и, ну, все переделать. Поэтому, мои хорошки, вот такое вот коротюсенькое видео на сегодня.
дел много, прям сидеть, что-то снимать, монтировать, потом выкладывать. Поэтому сейчас вот прям снимаю одним кадром с вами, болтаю. И полетела заниматься делами. Постараюсь вас не обижать и видео также выкладывать ежедневно. На Дзене они вперед выходят, чем на Ютубе. Ну, быстрее выходят, чем на Ютубе. Поэтому, кто хочет знать все новости наперед, прям почти что день в день, присоединяйтесь на Дзен. Ссылки есть под видео. Кто хочет орхидейки, фласки, мох, кору... Нет, коры, скорее всего, не будет. Мне заниматься ей некогда. Вот. Пока некогда. Совершенно. Даже и... Ну, если... Ну, не знаю, короче, еще пока ничего. Просто дел теперь прибавилось в два раза больше. Но вы знаете, я сильно, я справлюсь. Да, тяжело будет, да. Я все это прекрасно понимаю. Я вам это сказала в том видео, что я знаю, на что я иду. Вот. Написали, купила бы лучше готовый дом. Я не хочу готовый дом с чужой аурой. Вот. Документы на участок получаю, вызываю батюшку для того, чтобы он осветил мне мой участок. Вот. Потом, когда дом построю, вызову его еще раз, чтобы он осветил мне дом. Что еще? Ну, по ходу своих всех дел я буду вам все показывать. Мысли наперед рассказывать, конечно, не буду. Вот. Ну, а что будет происходить вот прям здесь и сейчас, да, как бы, я вам буду все показывать. Поэтому смотрите, кому интересно. Может, кто-то из моего опыта опять что-то, какую-то галочку поставит у себя и будет полезно для вас, кто тоже думает участок покупать, там, землю, еще что-то. Вот все пишут, столько волокиты, столько волокиты. Я вам еще раз говорю, вот люди 2-69 лет им было, и они ничего не испугались. Взяли и построили, и счастливо живут. Она говорит, Люба, ты бы только могла видеть здесь снег зимой. Дороги чистят там, все. Ну, поселок расстраивается, поэтому за ним смотрят, и все коммуникации там есть. А это самое главное. То есть мне уже вот хотя бы с этим бегать не надо. Все это в поселок уже вводят, все это есть. Это будет поселок коттеджный. Вот. Поэтому как-то так. Но в тишине и в спокойствии. Все, мои хорошки, я побежала заниматься делами. Видео сейчас поставлю загружаться. Надеюсь, оно успеет загрузиться и открыться вовремя. Люблю вас, целую. И еще раз всем спасибо, кто за меня радуется. Готовый дом я не хотела и не хочу. Я хочу то, что я построю сама.